В районной администрации прошло заседание межведомственной комиссии по организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, на котором подвели итоги работы за 2017 год. Во время совместных рейдовых мероприятий сотрудников отдела МВД и администрации района за 2017 год было выявлено 25 правонарушений административного законодательства, связанных с незаконным оборотом алкоголя, в числе которых и продажа спиртной продукции несовершеннолетним. Таких фактов было выявлено 7, по двум из них возбуждены уголовные дела. Административную и уголовную ответственность понесут не только продавцы и предприниматели, допустившие факт продажи алкоголя подросткам, но и родители. У нас несовершеннолетние как распивали, так и позволяют все распивать. Тем более, самое главное, что тенденция к уменьшению возраста идет, потому что по статье 20.22 это употребление алкоголя до 16 лет, у нас 24 родителя привлечено в 17 году. Поэтому нам еще в данном направлении работать и работать. Кроме этого, за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации к административной ответственности привлечено 4 человека. За реализацию спиртосодержащей продукции на территории частных домовладений 7 человек. Было выявлено 3 факта нарушения временного режима. Изъято из оборота 91 830 литров алкогольной продукции. Работа в данном направлении будет продолжена. Вопросы оборота и реализации спиртосодержащей продукции находятся на постоянном контроле межведомственной комиссии. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».